для нас, здоровье человека, очень важно и чистота воздуха, и воды. Но мало кто обращает внимание на то, что должен быть чистым звук. То есть ритмы окружающей природы очень важны для здоровья человека. Об этом на самом деле говорит такой древний документ индийский, Веды. У них там целая огромная глава, книга, которая называется «Гандхарва Веда», которая рассказывает о влиянии звука. Ну, очень хорошо расслабляет, ощущение такое расслабления, спокойствия, умиротворения. Вообще замечательно, супер.